Всем привет! Надарили денег и захотелось убрать одну маленькую неприятность. Это трещина на лобовом стекле, которая зимой разошлась. Ну и тут я столкнулся с таким выбором, где же все-таки это сделать. Сделать это можно было в каком-то маленьком сервисе, либо в каком-то именитом сервисе за чуть-чуть большие деньги. Ну и на какое же стекло поменять. Взвесив все свои за и против, я решил остановиться все-таки на недорогом стекле, но более-менее фабричном, которое делается здесь, в России, вот, а не Китае. Почему? Ну, потому что российские производители стекол, то есть калужский завод делает для разных иномарок, на производство поставляет свои стекла, поэтому, ну, как бы так, вот. Ну и это стекло на порядок дешевле, ну, скажем так, на два порядка дешевле, чем оригинальное. В общем, с сервисом я определился, с выбором стекла я уже определился. Если кому-то будет интересно, ну, буду ставить калужское стекло. Вот. Дальше, самое интересное, то, что я планирую также в этом сервисе, в котором я буду ставить рядышком, ну, вернее, не рядышком, а прям в этом же сервисе, можно и помыть машину, вот, которую я приобрел целый год и вообще не мыл. Вот, ну, как бы она не сильно такая ушатанная от грязи. И зимой там, в принципе, дожди шли, и зимой было как бы нормально. В общем, не сильно кидается это все в глаза. Благодаря тому, что Раптор, благодаря тому, что она серая. Вот, тут как бы несколько раз повезло. Ну, в общем, будем делать, будем менять стекло. Ну, в общем, все прошло довольно-таки быстро и идеально, я бы даже сказал. На фирме мастерски срезали стекло, подготовили новое, поставили, и стало оно идеально, в принципе. Дали 1 год гарантии на стекло и 10 лет гарантии на клей. Ну, то есть, в течение 10 лет, если где-то будет протекать, я приезжаю, мне его ремонтируют. В течение года, соответственно, по стеклу, если будут какие-то проблемы, то под полную замену стекла. В общем, как-то так выглядит это на данный момент. Винь видно. Ну и так же стало, как родное. Чистенькое, красивое, целое. Приятно смотреть, аж глаз радуется.